В Лос-Анджелесе, в Санта-Монике, на Аризона-Авеню, в районе 2-й улицы, проходит вот такой фермерский базар. Здесь можно приобрести фрукты, овощи, выращенные фермерами. Не знаю, жители меня, может, поправят. Я, по крайней мере, здесь был только в субботу. Вот что здесь можно купить? Вот горох. Например, стоит $5 за фунт, примерно 450 грамм. Салат в районе $2. Бобы тоже в районе $5. И что? Скорее всего, авокадо, наверное. Вот яйца можно домашние приобрести. Здесь у нас тоже какая-то зелень. Здесь вот цитрусовые какие-то, не знаю, лимоны желтые, да? Да, лимоны. Так, мандарины. Вот сверху, кстати, можно попробовать их. Еще авокадо. Тоже мандарины какие-то. Это тоже грейпфрут. Здесь яблоки. Тоже разных сортов. От 3,5 до $4 за фунт. Это где-то в районе 450 грамм. Это у нас сухофрукты здесь продаются. Вот, кстати, хурма $3. Здесь вот еще памело, по-моему. Мандарины какие-то. Вот клубника. Вот эта вот маленькая корзиночка стоит $5.5. Картонки вот 3. Там по $15. Здесь черри, помидорки. $5 за корзиночку вот за эту. Простые помидоры по 3,5 за полкило. А еще тут продается мед. Мед, кстати, очень разный. И апельсиновый. Еще там какой-то вкусный. Брал свечки восковые. А это маринованные оливки. А здесь вот еще домашнее оливковое масло. Это фисташки от 8 до $40 за упаковку, в зависимости от размера. Ну вот еще что-то такое, может, не знаю, черемойя какая-то. А вот там, по-моему, маракуйя. Not knowledgeable. I've heard about it. Yeah, they're really sweet.